Общаться и так, и эдак, там, хотя бы 1-2 дня, я бесконечно благодарен за это, безусловно. В общем, я, видите, такой хороший, самому противно. Мне все время говорят, какой же вы хороший. Но правда, это действительно, наверное, так, потому что мне, я совершенно убежден, что это, конечно, зависимо от моей профессии. Я в жизни прожил такое количество жизней, таких разных. Таких разных. И оперштурмбанкеров, СС, и героев Советского Союза. Впрочем, прошел через это все, поэтому для меня почти не осталось никакой загадки при какой-то конфликтной ситуации. Я уже знаю, чем это закончится. Поэтому это никогда не было активно принято в жизни. Никогда. Никто никогда. А было, наверное... Был какой-то молодой человек, но он уже был в небольшом подпитии. Он поднял руку на меня, и я сказал, только не по лицу. Я говорю, чего? Я говорю, только не по лицу. А почему? Я говорю, да я же потом, надо на экран. Ах, ну давай выпьем. Хорошо. Мои дорогие. Ну это действительно так. Эммануил Гдзёнович очень уникальный человек, вы знаете, да, не потому что он мой муж, редкий, а хотя почему и нет, и потому что муж, ну вообще действительно редкий человек в своей профессии, он никогда не позволяет себе плохо говорить о людях, а уж не дай бог о своих коллегах. Поэтому, наверное, отношение к Эммануилу Виторгану такое, какое оно есть. И зритель любит, а почему не любить, да? И отрицательные, и положительные роли, ты всегда с симпатией относишься к этому герою, правда? По фамилии Виторган. Потому что он открыт, искренен, и, как говорит Мунтион, всегда отрицательные роли даже интереснее играть, да? Да, безусловно, эти жизни интереснее проживать. И такое впечатление, конечно, безусловно, когда кого-то насилуешь, либо убиваешь, либо там... Желания при этом не возникает это делать, но профессия такова, что это делаешь. После этого мне энное количество зрителей говорит, не поверили, у вас глаза такие добрые, когда вы это проделываете. Я говорю, ну конечно, верю.
мои дорогие. Поэтому для меня до сих пор главная вина в этом воздухе, в котором мы с вами проживаем, это, конечно, война. Конечно, война, уничтожение друг друга человека. Это вообще противоестественно для меня. Поэтому я давал согласие на любую отрицательную роль. На любую. Только главное, чтобы зритель, глядя на экран, либо на сцену, понимал, что это не способ проживания этой жизни. Поэтому для меня это очень важно, неимоверно важно. Нет другой для меня, казалось бы, никакой проблемы, хотя вот и семья там, и все. Нет другой проблемы. Поэтому когда-нибудь, когда войны не будет, когда мой внук о ней уже забудет, мой правнук спросит, видел ты войну? Она лежит, сматая, седая, к сырой земле костями припадая, колючкой ржавой чешет в волдыри, в крови, в нарывах. Вот она, смотри. И отвернется правнук мой и скажет, будь проклят тот, кто цепь на ней развяжет. Это действительно так. Пусть будет проклят тот, хотя я никому не желаю ничего плохого. Но если люди проживают свою жизнь именно так, то пусть они будут наказаны за это, безусловно. Да, веселый, да, вечерочек у нас хороший, но нормально. Если можно, задайте кто-нибудь вопрос. Нам... Коллеги, есть у вас еще вопросы? Да, пожалуйста, конечно, у нас есть пожалуйста. Первый вопрос, пожалуйста, второй ряд. Я сам из Риги, представляю здесь латвийскую газету, ну и вот Ирина, моя землячка, как я понимаю. Вот. А вопрос такой, вот 2 года назад обокрали вашу квартиру, дом в Юрмале. Чем эта вся история закончилась? Вот как вы сейчас, где вы живете? И бываете ли вы в Юрмале, в Латвии? Вообще, какие у вас средства связи с Латвией? И второй вопрос, если можно, какой вот ваш самый запоминающийся Новый год в вашей жизни? Было что-то такое, было что-то экстравагантное, оригинальное, необычное? Спасибо, что передавали, поздравляю себе. По поводу Юрмала отвечать. Вы знаете, конечно, то, что произошло, это было для нас шок просто. У нас есть ветеран-клуб, я не знаю, сколько или нет, в Москве, он существует уже 20 с лишним лет, с небольшим. И также в Латвии, от того, что это моя родина, и мы когда приезжаем, мы не можем только отдыхать, и мы решили сделать филиал ветеран-клуба в Риге. В Риге и второй филиал ветеран-клуба у нас в Питере. В Питере 2 года, в Латвии 7-й, в Юрмале мы проводим в нашем любимом, родном, не только нашим, а многими людьми городе. В это время мы ушли открывать сезон на теплоходе в Риге, это у нас традиция, мы в Москве тоже на теплоходе открываем-закрываем сезон. А сами мероприятия проходят в Балтик Бич отеле в Юрмале. В этот раз мы были в Риге и уехали. Афиши по всему городу. Естественно, это, наверное, и привлекло воров, и были уверены, что нас нет, и они зашли в дом. Знаете, сам факт того, что позволили зайти. Знаете, я это говорю, еще раз буду говорить, я писала об этом в соцсетях, и мне на это, значит, народному артисту можно, известному человеку, а простому нельзя. Да-да, я делаю на этом акцент, еще раз скажу, нельзя. Актер – достояние страны, достояние страны. Актеры, которые нас воспитывали, актеры, благодаря фильмам, в которых мы с вами вырастали и вырастаем, и они наше сознание все-таки как-то формируют. И к чему-то святому притрагиваться, да? Я это говорю не потому, что я жена, поверьте мне, я говорила это всегда. Мы все собирали фотографии актеров, мы все продолжаем как-то. Я не знаю, сегодня время поменялось, конечно, чем было раньше, но все равно это что-то святое. И, конечно, когда мы зашли в дом, даже не поняли, все было в порядке на второй этаж, в кабинете Виторгана валялась шкатулка с его сигарами. И потом в спальне. Причем у меня драгоценностей нет. Я не тот человек, я не люблю бриллианты, я не понимаю этого. Я очень люблю красивую бижутерию. У нас всегда в Латвии, в Юрмале, это первые годы, 80-е, первые появилась, всегда же отличалась от России, Прибалтика. И у нас первые появилась очень красивая бижутерия. И вот у меня бижутерия стоит с тех времен. И вот за всю жизнь они все себе
значит, забрали. Это очень было больно, только потому, что это произошло с Фаней Литорган. Ну, что делать? Главное, конечно, Юра была удивительно. Через час, когда это произошло, может, через два там, мне начали смс-ки писать ночью со всех стран, что вас обокрали. Уже с других стран писать. Как, откуда, что вообще? Непонятно. Это произошло. Пусть это останется на их совести. Пусть останется на их совести. Мы вызвали полицию. Полиция удивительная, не буду говорить. Я очень люблю Латвию, очень люблю свой родной город. Но полиция была ни жива, ни мертва. Они зашли, описали что-то, сказали. Я говорю, вы не хотите отпечатки? Уже уходили. Отпечатки пальцев сняли. А, да-да, сейчас мы это сделаем. Но, ну, 5 минут, 10, может быть. Я говорю, за 5-10 минут вы ничего не снимете. Пожалуйста, подойдите ответственно. Ну, да, ну, сейчас все сделаем. Но, ну, в общем, час они там провели у нас, сняли это. На следующий день приехал следователь с умным видом, молодая девица. Я говорю, может, нам проехать, мы уже проконсультировались. По, как называется, магазины, не магазины, куда сдают, в ломбард. Ну, вы нас не учите, ну. В общем, уехали, мы их больше не видели. Никто не позвонил, никто ничего не сделал. Ну, и вот так случилось. Ладно. Очень сожалеет, люди звонили, извинялись. Местные жители, им стыдно было, что это произошло в доме Литоргана. Ну, так произошло. А второй вопрос какой? А второй вопрос. Самый запоминающийся Новый год. Новый год, да. Новый год. Он впереди, правда, Эмочка? Он впереди. Новый год, ночь. Новый год. Конечно же, для нас очень важно появление детей. Да? Поэтому это для нас такой праздник, и мы очень попытаемся, чтобы им было хорошо и достойно. Но они же не в Новый год появились. Они не в Новый, но они очень хотят в Новый год выпить с нами и закусить. Но мы сейчас, вы понимаете, что мы сейчас... Как только один разговор, все, я плыву и начинается. Мы сейчас с ними Новый год будем встречать, вы понимаете? Это первый Новый год двух девочек с нами. Одна доченька уже с нами встречала, а сейчас вот вторая. Ну, как, что может быть еще лучше? Вообще, это такое счастье, вы себе не представляете. Почему не представляете? Вы знаете, мне кажется, нет, люди не представляют. Мы, когда появились у нас девочки, я думаю, господи, как люди так спокойно о детях говорят. Когда это, ну, я не знаю, ну, это что-то такое, мне кажется, нельзя сравнивать, да, есть любовь, есть муж, мы счастливы, у нас прекрасные отношения. Мне казалось, что это высшая степень, чего можно в жизни добиться, быть счастливой рядом с таким достойным мужчиной. Но сегодня, когда появились эти девочки, это не лучше, не хуже, это другое чувство, совершенно другое. Ты все время летаешь. Новые года, которые происходят, естественно, они вызывают у меня сейчас, в данном случае, только сожаление, потому что повышается эти годы, растут и растут, безусловно. Но то, что этот год... Не мне вам рассказывать, у каждого, естественно, год безусловной благодарности за то, что ты хотя бы как минимум проживаешь этот год, прожил. А когда все еще и хорошо прям в этом году, то тем более, значит, хорошо. Тем более. Вот мне всегда было трудно привезти домой женщину. Сначала из-за родителей, а потом из-за жены. Это шутка такая. Очень долго не выпускали почему-то в Штаты, и непонятно, совершенно непонятно, причины были никакие. А потом, когда я поехал, то постарался объездить, конечно, максимально побольше, и, конечно, в Сан-Франциско. Очень похож на Питер, кстати, город тоже такой белый. Проснуться бы миллионером или, скажем, Сан-Франциско мэром, или мужиком в 2 метра ростом, или хотя бы проснуться просто. Тут все нормально, такая же начальник. И такая же жизнь, как у энного количества женщин, у которых такое замечательное слово, замечательное имя с большой буквы, которое называется Путана. Путана, да, я вам твержу не первый год, почти на всех допросах, что мой единственный доход – доход от членских взносов. Вот, так а что... может быть, даже молодежь сегодня не знает этого слова, правда? Что, знаете? Потому что такое советское слово было. Путана. Что, путана? Не знаю, проститут. Нет, как не знают? Знают, конечно, только они очень отрицательно к этому относятся, поэтому не хохочут. Правильно.
И, конечно же, очень хочется, чтобы все были здоровы, но только нужно очень осторожно, безусловно, обращаться с этим, и потому что в последнее время это замечательно, что люди стали к себе относиться получше, чем это было ранее. Поэтому вспоминаю с любовью и забыть не могу, укрепляя здоровье, мы лежали в снегу. Затуманились дали, начиналась метель, мы с тобой голодали 48 недель. Мы дышали, как йоги, под полярной звездой, и холодные ноги поливали водой. Всюду белые горы снег успел нанести, я хотел еще в прорубь, но не смог доползти. И под мягким покровом нам хватало тепла, мы бы стали здоровы, если бы смерть не пришла. Так что осторожней с этим, мои дорогие. Спортом занимаются. Ну, спросите про творчество. Вот, отлично есть. Про творчество, да. Здравствуйте. А можно первый вопрос, как вы будете отмечать юбилей? Потому что перед Новым годом, ну, у себя в культурном центре, может быть, в Юрмале, концертами какими-то. Вы даже себе представить, вы правы абсолютно. Это будет и в Юрмале, и здесь концерт, и в Баку, и в Питере, и в Питере, и, ну, в общем, всю Баку я родился, я уже говорил. Поэтому я очень хотел всех отблагодарить, безусловно. И сам юбилей 27-го, да, декабря, правильно Анечка сказала, это перед Новым годом за 3 дня, и мы никогда здесь не отмечаем, потому что, ну, людям не до юбилея, да, за 3 дня до Нового года. Поэтому мы уезжаем в Юрмалу 27-го, там с друзьями отметим, потом 6 января там проведем Виторган-клуб, и в рамках Виторган-клуба там русское Рождество будем отмечать, и отметим юбилей Эммануила Гедеоновича. Потом возвращаемся сюда в конце января, будем отмечать в культурном центре несколько раз, зал у нас на 100 мест всего, поэтому несколько раз, чтобы всех вместить. И ближе к марту мы выпускаем премьеру, сейчас Эммануил Гедеонович начал репетировать, да, автор и режиссер Александр Герасимов. Новая премьера. И только что прошла премьера тоже, да, в Питере. Мюзикл «Хищники» только что прошел. Это питерская, почти вся питерская команда. Режиссер Валерий Владимиров, да, очень хороший режиссер, серьезный. Играют в этом мюзикле, он даже больше такой, знаете, музыкально-драматический спектакль, чем мюзикл. Но очень красивый и достойный спектакль, они молодцы, то, что они сделали. Эммочка Эммануил играет, и играет два состава. И Саша Пашутин, да? Мы сейчас включим, да, это, и Саша Пашутин одну и ту же роль. А молодые ребята, вот, звезды, да, вот они пошли, вот. Любочка Тихомирова, Иван Ожогин, это мюзикловские звезды, Дима Ермак, Наташа Быстрова, Игорь Карташов, в общем, замечательные ребята, Ася Будрина. Ну, включите такое с самого начала, просто чтобы посмотри, ролик, да, чтобы было слышно. Про творческий план. Про творческий план, если можно. А вот мы сейчас рассказываем, что... А можно ему Эммануил Гедеоновичу ответить, чтобы да, не было так, да, творческая Саша Гедеоновича. То, мои дорогие, когда у меня там в каких-то моих жилах не начинает еще течь то по поводу, чего я хотел бы сказать в том или ином варианте, в спектакле или в кино, для меня всегда это очень сложно воспроизводить, о чем и почему. Очень сложно. Поэтому, если можно, я этот вопрос испеку, да, извините, ради Бога. Я просто не умею об этом говорить, и мне хочется быстрее, чтобы это произошло. Тогда об этом можно разговаривать и оценивать. Если какие-то дополнения, Ирина Михайловна, все про меня знает. Боюсь, что это все не получится, иначе будет многосерийный вариант. Но очень надеюсь, что он будет хорошо укомплектован в спектакле. Я расскажу, естественно, не о себе лично, естественно, о тех, с кем я встречался. А мне, ну, просто, вы видите, такого везучего человека,
Вот потрясающе, что говорить о профессионалах, это Георгий Александрович, и Товстоноков, и, ну, господи, и Гончаров, с кем я прожил 20 с лишним лет в театре Маяковского, да. Это, ну, Леонид Федорович Варпаховский, гениальный совершенно режиссер и человек. Да. Мариос Накнебель, со всеми с ними я встретил. Мне жутко, действительно, но просто потрясающе повезло. Очень этому поколению в то время очень повезло, так же, как и предыдущему, потому что старики там Черкасов, там, ну и так далее, все уже еще были живы, и со всеми мы общались, представляете, со всеми. И даже когда я из Питера уехал, переехал в Москву, и здесь мы встречались со всеми с ними, с которыми можно просто было молчать навсегда, только выслушать то, что они говорят, и то, что хотелось бы когда-нибудь, хоть в какой-то степени повторить хотя бы, нового своего хотя бы не придумывать, но хотя бы повторить, чтобы люди, сидящие в залах, понимали, какие это были потрясающие люди. К огромному сожалению, про сегодняшнее поколение я об этом не могу сказать. Не могу. Вот с таким же восторгом и с таким же криком. Не могу. К сожалению, колоссальнейшее. Время иное. Время иное. Мы никогда раньше не задумывались о зарплатах на театре или в кино. Никогда. Сегодня это в первую очередь спрашивается, какова зарплата, а потом уже о том, что тебе предлагают по поводу материалов кино или на театре. Это очень жалко и не хочется, не хочется, а вынужден этим заниматься. Вынужден просто этим заниматься и не мне его рассказывать. У каждого свои проблемы в этом смысле. У нас огромный дом, благодаря которому мы очень держимся за него, только потому, что там бывает колоссальнейшее количество потрясающих людей, потрясающих профессий. Стены просто пропитаны уже этим добром. Но, к сожалению, огромнейшему привет мэрии московской, которая устроила такую цену на этот дом, что я даже таких цифр в жизни не видел просто даже. И мы вынуждены, безусловно, делать, потому что мы не можем этот дом отдать. Ибо нам сказали, либо вы платите, либо мы этот дом забираем. А мы этот дом восстановили. Он был в полной разрухе. Оттуда вывезли более 100 машин, муры всякой, груза, ерунды. Поэтому все наше помещение внутри, это заново отделано, были пробиты потолки и полы, все восстановлено. И поэтому те люди, которые бывают у нас в нашем доме, мы вас приглашаем, заходите посмотреть, это действительно очень спокойное, нормальное место. И столов немного, не более 100 человек. Чтобы имели возможность общаться, чтобы имели возможность сказать... Зрительный зал тоже, ну, на стране, да. Или спектакль. Сказать друг другу здрасте, до свидания, и как можно реже прощай, безусловно. Да, на эту тему, вы знаете, мы бы даже, может быть, и делали акцент, хотя все равно никто ничего уже не изменит, но они заставили выкупить, не только нас, это закон вышел, положение в городе, выкупить помещение всех компаний, которые арендуют города. Мы не смогли продлить аренду, и они вынудили нас бросить. Мы не могли. Мы 4 года делали ремонт, восстановили здание, продали дом, дачу свою, и сделали это. И они нам поставили 100, это было сколько, 4 года назад, 170 миллионов рублей народному артисту. МНО и Таргану, хотите, выкупайте. И мы пошли в суд. Они не засчитали ремонт департамент имущества. Идите, судитесь, хотите, пожалуйста. Мы пошли в суд. Тогда это стоило 7,5 миллионов долларов. Мы пошли в суд. Доллар упал за это время, слава богу. Но все равно мы же зарабатываем в рублях. В 2 раза опустили цену по суду. Суд, надо сказать, есть справедливый суд в нашей стране. Мы это на себе испытали. Но 3 года мы боролись. 3 года судились и вынесли, ополовинились сумму и даже больше. И вот сейчас мы каждый месяц мы выплачиваем на 5 лет. Хорошо, что еще разрешило государство в кредит выкупать это здание. Но вообще, конечно, сегодня культура, я не знаю, сегодня культура не нужна государству. Это мы видим каждый день по себе, по своим коллегам, по друзьям.
к сожалению, все непросто. И поэтому, если мы иногда, и мы проводим мероприятия коммерческие, да, у нас нет другого выхода, но играем и благотворительные спектакли, вечера и для ветеранов войны 9 мая, и просто для пенсионеров, тоже делаем концерты и вечера. И вот у нас есть программа с Иваном Демчем. За все тебя благодарю. Это по песне Игоря Крутого. Он написал эту песню для нас, музыкальному альбому. Более 30 песен мы записали, разных авторов потрясающих. И вот с этим концертом мы выступаем, много ездим. И не только с этим концертом. А, кстати, он записан, этот ролик там сделан? Или нет? Нет, да? Ну, неважно. И «Король Трев» спектакль, который выпустили несколько лет назад. «Король Трев. Карта любви». Да, Мичка, расскажешь? Еще есть моноспектакль «Выход», который называется так, который я играю один. Так что нет, время... «Король Трев» очень интересный музыкальный киноспектакль. Играет Иван Демидович, актриса. Она певица, но мы ее пригласили, надо сказать, никогда не пожалели. Анжелика Агурбаш. Вы слышите меня хорошо, да? Да, хорошо. Анжелика Агурбаш, и на экране народная артистка Людмила Максакова. Это наша подруга. Вот Людмила, конечно, Максакова, потрясающая совершенно актриса, я надеюсь. Вы согласны с этим? Она действительно уникальная. Человек, который такое ощущение, что она родила театр Вахтангова и продолжает его. Она молодец. Тем более, что к театру имени Вахтангова мы относимся с большой теплотой. Его сейчас уже энное количество лет возглавляет замечательный режиссер. Замечательный, который делал дипломный свой спектакль. У нас, когда я еще работал... Римас Туминас. Римас Туминас, да. Который делал свой дипломный еще спектакль совсем молодым человеком у нас в театре имени Станиславского, в котором я работал. В общем, видите, встречи с такими людьми ничего плохого по отношению к другим человекам, с которыми ты общаешься, либо не общаясь, ходишь просто, никакого отрицательного воздействия не может. Наоборот, все наоборот. Так хочется, чтобы всем было хорошо. Это действительно так, поверьте мне. Не громкие слова, хотя они кажутся такими громкими, но это действительно так, действительно. Вот, поэтому, когда вспоминаешь этих людей, к огромному сожалению, очень многие ушли до этого поколения. И великий наш драматург, сценарист Александр Моисеевич Володин, да, человек, который подарил нам колоссальнейшее количество прекрасных пьес, прекрасных. Ой, как мне так повезло, я с ним был знаком, познакомился и долгие 30 лет. Мы общались, и Володин, живший когда-то, да, ну, все, много было ему, у него пьесы, сценариев, масса, поэтому перечисляю даже, там, и «Ящерица», и «Пять вечеров», и, я не знаю, «Фабричная девчонка», ну, и так далее, да, каждый из вас, наверное, это знает. Поэтому память о них, конечно, навсегда, действительно так, навсегда. И такая благодарность за то, что имел возможность побывать рядышком с ними более 30 лет. Я был знаком и общался с Александром Васильевичем Володиным. Он настаивал на том, что он ленинградец только. Называть его ленинградцем, понятно, замечательно, да. И он ушел из жизни, я поехал в Питер, вернулся из Москвы, поехал его проводить. Вернулся поздно ночью, раздался телефонный звонок, и мне звонит наш артист, которого вы тоже знаете, и не только артист, и поэт, и писатель, Леонид Филатов, Леня. Звонит Леня, который был в неважном состоянии, да, и лежа. Говорит, у Саши был. Говорит, ты знаешь, я написал несколько строчек ему. Ты когда в следующий раз поедешь в Питер, да, ты положи это все туда, к нему, на могилу. Я говорю, хорошо. Он говорит, да, можно я тебе прочитаю? Я говорю, ну, конечно, да. И он прочел: седой старик, белоголовый птенчик. Он с виду был тщедушен, хрупок, мал, но так был победительно застенчив, что перед ним стихал любой нахал. И, путая смущение и отвагу, опасности не видя впереди, он слабосильный лез на шпагу.
и шпага оплавлялась у груди. Зачем же так природа захотела, она чудить жестоко иногда, вдруг сделать это маленькое тело вместилищем вселенского стыда? Как он умел безжалостно стыдиться! Господь простит, Володин не простит. У ног уже плескались воды Стикса, а в нем еще горел вчерашний стыд. Мир Кагача катился в бездну, к бесу, а он стыдится горестно сопя за чью-то неталантливую пьесу, за чей-то глупый стих и за себя. Какую пошлость, мерзости какие, что он такое в мире углядел, на что 100 раз глядели и другие. И только он взглянул и посидел. Вот это абсолютно точные слова Александра Моисеевича Володина. Спасибо Лене, безусловно. Так что эта память, безусловно, останется навсегда. Он еще, Володин, подарит нам не раз из своих пьес, и будем играть, и будем репетировать. Спасибо большое. Следующий вопрос, как обещала, да, я вас вижу. Какой период вашей творческой жизни на сегодняшний день вот особенно дорог вашему сердцу? Есть такой период? Знаете, может быть, это несколько громко, безусловно, в моем смысле, да? Но, конечно, такие периоды были, и они были очень часто, потому что была масса премьер, а каждая премьера – это подарок самому себе, и безусловно. Но, безусловно, общение с таким режиссером, как Юрий Александрович Товстоногов, безусловно, безусловно, это радость и подарок. Он тогда впервые, я работал в Ленинграде тогда в театре имени Ленинского комсомола, теперь это как называется? Балтик Бич. Не Бич. Балтком. Балтком. Почему-то театр назвали Балтком. Ну, не важно. Тогда. И вот там Юрий Александрович Товстоногов, да, поставил писательскую историю. Впервые в Советском Союзе было разрешено мюзикл поставить американский. Впервые. А Юрий Александрович привез из Штатов этот мюзикл. А так как он был герой соцтруда и народный артист, поэтому разрешили, значит, это сделать. Это был такой праздник, неимоверный. И после этого он поставил еще униженные и просвещенные... униженные и оскорбленные, да. И тоже я не знаю, я задыхаюсь от удовольствия говорить об этих людях, потому как я сам получал от них колоссальнейшее наслаждение и удовольствие. И мои педагоги, я окончил Ленинградский театральный институт, меня не приняли ни в один институт в Москве. Я всюду поступал, во все, по-моему, их 6, да, всюду. Не принимали, а в Питере приняли. И когда через энное количество лет уже поработав и в кино, и на театре с другими там артистами, я переехал в Москву, то все только и говорили о том, а ты откуда? Я говорю, из Питера вот закончил. А что ты там делал? Почему не у нас? И говорят мне те же педагоги, которые меня же и не принимали. Я говорю, да вы же меня не принимали. Не может быть, не может быть, конечно. Спасибо большое. Следующий вопрос, самый верхний ряд, пожалуйста, и начнем спускаться, все получится. Вы уже Баку упомянули, что вы там родились. А можете как раз рассказать, как ваши родители там очутились, какие воспоминания у вас остались, часто ли вы бываете в этом городе, любите ли его, хотите, может быть, там клуб провести, детей ваших туда привезти, дочек. Вот. Потом вопрос о творчестве, если можно. Какие роли вам даются и давались легко, какие вы еще называете роли сопротивления? Да, насчет ролей это такое количество, что я даже такое ощущение, что я все прекрасно делал. Конечно, была масса проблем, безусловно. И были и скандалы, иногда я позволял себе какие-то вспышки эмоциональные по отношению к той режиссуре, которая в это время происходила. Все было, но это было все для, только для дела, только для дела. И если у меня был такой великий режиссер Леонид Петрович Варбаховский, да, он потрясающий совершенно, он все расписывал дома, каждый шаг артиста, в какую сторону, куда идти. И когда во время репетиции не хочешь идти налево, где он сказал, сделайте
туда. Кочеки направо, он совершенно спокойно говорил: «Хорошо, мой дорогой, вы попробуйте, да?» Мы все на «вы» были, Леонид Федорович Барбаховский. «Попробуйте». Прошли, а теперь попробуйте так, как я попросил. Я делал два шага налево и понимал, что он-то прав. Действительно налево. А вообще налево лучше, да? Во всех случаях, как говорят. Нет, нет. Конечно же, поэтому мне в этом смысле очень, очень и очень везло. И... Баку. Да. У меня все родные и близкие, как я уже говорил, одесситы. Все. И в том числе и мама, и папа. Одесситы. Но папу послали работать туда, в Баку. И они там меня зачали и произвели меня на этот свет. Я прожил там всего лишь 3 года. И до сих пор бакинцы считают меня своим. До сих пор. И следующий город, в который переехали... Ну, мы сейчас туда едем. Ну, мы едем, да, мы ежегодно бываем там, безусловно. Постоянно. Обязательно. У нас очень много там знакомых, замечательных людей. И мне сказали, что этого здания уже нет. Да. Только надо по набережной можно походить, где это было. Поэтому... Сейчас мы туда едем с детьми, вы хороший вопрос задали. Мы хотим, чтобы обязательно они посмотрели, где родился их отец, и юбилей Баку будет делать в апреле месяце. Мы едем с новым проектом, вот, который репетирует, он называется театральный проект, и покажем обязательно деткам место, где родился. Дети увидят обязательно. Они принимают это вообще до слез, это праздник каждый раз. Так они гордятся. Да, 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 хорошо очень относится. Я, конечно, ему очень благодарен за это, безусловно. Безусловно. Вообще, иногда так хочется, чтобы какой-нибудь конфликт возник. Просто, что ж такое, все так хорошо, то противность, знаете. И в том числе и сейчас я говорю все время об этом. Так что Астрахань, безусловно, город для меня такой святой, что ли. Там на кладбище мои родители и мой племянник, сын моего родного брата, который погиб в 25 лет. Поэтому обязательно в Астрахани тоже бываем ежегодно, безусловно, конечно. И туда тоже хотим повезти. И детей обязательно повезем туда, безусловно. Там тоже очень много. Там самый ближайший мой друг, с которым мы с первого класса, представляете, мы с ним дружим. С первого класса. Он народный артист, лауреат Сельской премии, художественный руководитель ТЮЗ Астраханского и был Драматического театра художественным руководителем. И продолжает там жить уже более 50 лет, по-моему, да. Такое выдержать, я не знаю, какой художественный руководитель может выдержать такое количество времени в одном театре. Вот Юра может, Юрий Кочетков, да. Да, мои дорогие, поэтому обо всех, обо всем хочется говорить максимально много и дольше, но нам сказали, что вы начинаете скучать после часа пребывания. Поэтому я говорю, что мои друзья, поэты и прозаики, чуть-чуть ворчливы, ветрены чуть-чуть, слагают из причудливой мозаики такое, что полночи не уснуть. Мои друзья, маэстро, боги музыки, творят, играют, дергают струну под пальцами волшебными и узкими, их звуки разрывают тишину. Мои друзья, безумные художники, смешали краски солнечного дня, рванули за пределы невозможного, слепив из пепла нового меня. Мои друзья, артисты театральные, балетные, киношные мои, открыли двери вечного астрального и души обнаженные свои, согреясь под лучами и блестящими, но среди ночи сразу не пойму, как в полусне, но так по-настоящему нас всех прибило к кругу одному. Рассвет прогонит сон, и с ним мечтания растают в ожидании бытия. Вернется прагматичное сознание. Но как я вас люблю, мои друзья! Это действительно так, неимоверное количество друзей много не бывает, как вы понимаете. Это то же самое, что ты. Это 1-2 человека. Но таких славных, уютных, прекрасных людей очень много действительно. И друзья есть. Поэтому... Хочется... Они все приходят к нам в культурный центр, да, да, да. На наши вечера, мы собираем актеров,
режиссеров, продюсеров, творческих людей. И приходят зрители, такие театральные капустники мы проводим, кроме этих проектов, которые играют именно в Гудёныче свои. Вот мы собираемся со всеми, вы всех их знаете, они все приходят к нам в дом. Да дурачимся, выпиваем закусок. Это главный лозунг у нас. У нас есть еще вопросы, пожалуйста. У меня два вопроса. Один длинный, другой короткий. Тут как-то все парно задают вопросы. Вот я пойду, так сказать, поддержу эту традицию. Вы на сцене с начала 60-х годов. Ну, это потрясающе просто. Это, ну, в этой стране надо жить долго, чтобы увидеть все самое интересное, надо жить долго. Вот вы это сделали. Скажите, пожалуйста, вот эти сколько, 60 почти лет на сцене, вы за эти годы вы можете выделить какие-то периоды вот, в театральном киноискусстве, через которые вы прошли, участником которых вы стали? Вот что было затребовано? 60-е, 70-е, 80-е, как запрос сменился в 90-е, как он меняется сейчас. Вот вы поэт, вы же чувствуете, вы же формулируете вот такие вещи наверняка. Это первый вопрос. И второй вопрос, как вы относитесь к теме политика и искусство? Вот вы снимались в Штатах, это несчастном украинском сериале прекрасном, у которого такая трагическая судьба, как разворачивалась эта история вот, с украинским кинематографом и все остальное. А сваты прервались, поэтому вы трагическая, да? Ну да, конечно, после Майдана все это было закрыто, и он запрещен. Мне кажется, вы значительно лучше это понимаете, чем мы. Чисто эмоционально ваша профессия такова, что вам надо еще вовнутрь вылезать туда. А у нас чисто такие эмоциональные. Безусловно, желание побывать там, где ты бывал раньше, и мог спокойно туда приехать сегодня, такой возможности тебе не предоставляется, к сожалению. Так, по каким причинам, вы понимаете. Поэтому побывать еще раз в Одессе, да, там все пропитано. А вам закрыт въезд в Украину? Нет, не закрыт. Нет, не закрыт, важно очень не часто появляться, иначе закроют. Поэтому... Мы были в прошлом году с концертом там в Одессе, кстати. В Одессе и в Бога. Все было, да, конечно, при таких встречах все это, этот официоз, который мы слышим, да, читаем, либо голосовой официоз, конечно же, никак не бывает рядом с теми, с кем непосредственно общаешься в том или ином городе или в той или иной стране сегодня. Поэтому для нас это очень важно, безусловно, и для профессии, безусловно, это очень важно. И то, что иногда есть, предоставляется возможность кому-то что-то по какой-то причине прикрыть, закрыть, я имею в виду творческую сторону. Безусловно, это позорит только тех, кто это делает. Безусловно. И странно, что этого люди не понимают. Ведь люди нашей профессии могут очень многое сделать, потому что они общаются непосредственно со зрительным залом. Очень много. Поэтому для нас политика, вот это для меня лично, да, она ассоциируется просто с жизнью. Если я появляется варианты той политики, против которой мой организм протестует и не воспринимает, я к этому, естественно, так и отношусь. Я стараюсь в этом смысле не врать, безусловно. Но я знаю абсолютно точно, что каждому человеку дано это право быть тем, кем он хочет быть. Если он хочет быть таким, значит, гуляйте, ребята, такими. Если хотят и быть иначе, пожалуйста, будьте иначе. Поэтому я не призываю это к какому-то конфликту между теми и теми. Наоборот, мне кажется, что надо понимать. Раз так хочется жить, значит живите. Ну что поделать? Ну как можно не переезжать на родину, где родители, где все кладбище, семья огромная была в Одессе. Мы приезжаем, идем на кладбище всегда. В Киеве у Аллочки мама там на кладбище.
Ну как иначе, да? А люди, вы себе не представляете, как народ переживает. Зрители сидели, плакали вот во время концерта. Мы рассказывали, очень много у нас, видите, сегодня не получилось ни на экране показать вам, да. Но вы себе не представляете, как люди просто... Народ при чем, да? Очень страдает из-за того, что русские актеры не едут, и многие им закрыли. Что говорить, Клара Новикова, наша близкая подруга, родом из Киева, ей взяли, перекрыли из-за того, что она была со спектаклем в Крыму. Ну что это такое? Ну как это может быть? А у нее родители похоронены там, чтобы к могилке подойти. Ну что это такое? Родные, друзья там остались. Ну, в общем, не вам рассказывать, вы это знаете более подробно даже, чем мы. Там наверху устроили, а люди страдают. И следующий вопрос, пожалуйста, первый ряд. А вы не ответили на первый вопрос. Вы знаете, сегодня сколько мне исполняется? 80, да? Вот у меня старичи. Поэтому если напомните мне, пожалуйста. Ну, периоды театральные. Театральные периоды? Да, театральные киноперионы, через которые вы прошли. Вот что было, что хотел видеть зритель на сцене 60-е, 70-е, 80-е, как этот запрос менялся? Ой, и да. Каков он сейчас? Вы знаете, просто профессия наша такова, что она зависима от всех и всех. От авторов, от режиссера, в кино операторы, осветители. А режиссуре, безусловно, мне бесконечно повезло со сценической режиссурой. Я уже называл это Всаноков, и Барбаковский, Дарья Марьёсина, Кнебель, Гончаров Андрей Александрович, который мне прошел просто 26 лет в театре Маяковского. Все не разные, безусловно. Один Гончаров что стоил. Он только разговаривал только на повышенных тонах. В театре Маяковского вот такие стены, как на улице было все слышно во время репетиции. Он не повышал голос только на трех человек. На Наташу Кундареву, на Армена Борисовича Джигарханяна и на меня. Все, на остальных он иногда так кромсал, что я приходил в бешенство и высказывал ему все, что он терпел. Идет там репетиция, я сижу в зале, пока не репетирую, а он по залу, значит, Андрей Александрович, не там, два, проходит мне, говорит, как дела? Я говорю, хорошо, он говорит, он был очень разный, но, конечно, мне безумно повезло на этих талантливых людей. В кино, я тоже благодарен, безусловно, всем, никто меня насильно не втаскивал к себе в работу, я сам соглашался. Но такого количества и таких гениальных режиссеров я не встречал, к сожалению, огромным, хотя я очень со многими знаком и общаюсь замечательно, и они бывают и в нашем доме, и мы куда-то там вместе попали. Но когда меня они не приглашают, я им говорю, ну и правильно делайте, значит будет лучше, наверное, раз вы так думаете. Честное слово, никакой обиды, никогда. И даже не предстоит этого. Совершенно, абсолютно. Я говорю, правда, поверьте мне, что я говорю правду. Никогда, никакой обиды. Хотя, безусловно, желание, да, эмоции, там желание, конечно, хочется в этот материал вникнуть, в этот материал попасть. И когда приходишь на премьеру к ребятам и поздравляешь, безусловно, конечно, безусловно. Но понимаешь, что где-то там в фильме, я не знаю, вдруг какая-то роль, которую я бы мог сыграть. Но опять-таки никакой, что ж я такой хороший. Вот сейчас снялся у Бориса Грачевского Ералаша, вот только что. Да, удовольствие получил на Митёныча. Да. Нет, снимается, он тоже снимается. Нет, давно снимается. Снимается, и это замечательно, что есть. Если нет этой возможности, значит, таково и должно быть пока. Во всяком случае, ты насильно никого не заставишь это делать. Кстати, в Латвии несколько... 2 года назад Татьяна Добрилева сняла фильм вместе с Митёнычем. Она и режиссер, и в главной роли. Очень хороший, серьезный такое кино. Краткометражный фильм в Латвии. О событиях Латвии. Вот тоже стоит посмотреть. Да, безусловно. Нет, когда есть работа, конечно же, это у каждого замечательно, безусловно. Когда она есть, и когда нет
постоянного давления, что этого не делай, этого нельзя, это невозможно, это не пропустят, это не дадут. Это ужасно. И отец снялся. Новый год этот каждый год выпускают. Да ладно, ну, нормально. Есть фильмы, где снялся. Нет, Александр Бондарчука сейчас играл. Да. Ну, то есть роли, конечно, больше для старших. Не вижу столько ролей для старшего поколения. Больше для молодых, поэтому но все равно снимается. Потому что правда почему-то потом торжествует. Почему-то торжествует правда. Правда потом, но почему-то обязательно. Человечеству она почему-то нужна. Хотя бы потом. Почему-то потом, но почему-то обязательно. Мы вам желаем, чтобы эта правда как можно быстрее к вам приплывала. Пожалуйста. Помните ваша замечательная работа в театре Маяковского за кстати, по радио, ваши танцы до сих пор стоят в глазах. Вот если давайте с Бабелем еще раз встретиться с ним, одесским автором, мюзикл какой-нибудь может появиться. Если бы это от нас персонально зависело, хотя я должен сказать, я напрасно сейчас, вот сейчас я набрал. Я как раз сейчас, или вернее мы, сейчас как раз персонально делаем то, что мы делаем. Я не могу, но я вам признаюсь, так хорошо без театра, так хорошо не прибегать к 11 на репетицию, так хорошо, глядя там на бумаге, не воспринимать, что эту роль назначили, неохота ее делать, так легко. Ничего этого нет. Сам себя назначаю, сам выбираю пьесы, сам приглашаю режиссуру, сам приглашаю своих партнеров. Такая благодать. Сплю, сколько влезет. А вот по поводу, кстати, Одессы, Бабеля. Мы сейчас весной будем делать вечер, посвященный Одессе. У нас разные темы мы придумываем наших вечеров. Вот сейчас провели, например, вечер народного артиста Александра Михайлова. Ему был посвящен нашим коллегам, мы делаем юбилей, проводим. До этого, после этого был вечер, посвященный Советскому Союзу, рожденный в СССР. Потрясающий был такой ностальгический вечер, очень теплый. Затем будет День Валентина всегда, 14 февраля мы отмечаем. День театра, день кино. Мамам посвящен вечер будет, близнецам, я сама из близнецов, поэтому будем делать вечер все про близнецов. В общем, очень такие темы необычные находим. И в общем, есть за что выйти. Да. И еще у нас два вопроса, пожалуйста, Саша, и потом девушка, Саша, еще вопрос. Бакинцев, кстати, вечер будет посвященный Бакинцев. Ирина сказала насчет культуры, о том, что есть проблемы с культурой. А вот сейчас, в последнее время, очень муссируется тема в социальных сетях, ненормативная лексика, мат. Вот, например, Ксения Собчак постоянно ругается. Кто это? Сергей, этот Шнуров Сергей, вот сейчас даже Лев Лещенко, Максим Галкин, то есть, вот эта вещь, которая вот все сильнее появляется, и вот так даже в театр, вот ваше мнение, вы вообще по жизни вот с матом дружите, и вам ваше отношение к этому, да, спасибо. Я знаком с этими словами, наверное, не со всеми, но знаком с этим количеством, за эти годы как-то накопилось уже. Но я никогда не позволяю, чтобы это произошло на театре либо в кино. Никогда. Если мне дают сценарий либо пьесу, где есть эти слова, я им предлагаю, либо вы выбрасываете это, и я остаюсь с вами, либо вы оставляете, и я ухожу. Потому что это все можно сделать, и зрителю будет понятно, как никому иному, даже если не надо произносить эти слова. Не надо. Я считаю, что это не лучший способ продвижения жизни человеческой. Прежде чем послать кого-то куда-то, да, сначала сходи сам, а потом... Как-то раньше обходились без этого, да? Почему сейчас это считается? Нет, это действительно не потому, что опять видишь, что я такой хорошенький. Нет, это действительно так. Не позволяй никогда. В жизни иногда вырывается. Это да.
этого, правда, Ирочка? Когда нервничает, может там что-то перед сценой, что-то. Ну, я говорю, тебе, Мишка, тебе не подходит, но это крайне редко. Ну, бывает, бывает. Но это ужасно, это нехорошо. Мы были, кстати, а уж кино на театре, тем более. На Шнурове, приглашение мэра города Ушакова. И мы сидели в ложе с ним вместе, в его ложе. И мы смотрели, это были тысячи людей, причем они каждый год приезжают, да, на гастроли Шнуров. И мы видели, как люди заводятся от мата. Ну, можно послушать, надо сказать, удовольствие, ну, что-то в этом есть, наверное. Ну, 2-3 песни. Но когда это целый концерт и мат, уже это становится некомфортно, неинтересно. Так что мы не кланяемся за это. А в том смысле, что Ксюша матом, знаете, она совсем другая в жизни, поверьте, и в семье, и кроме хорошего мы ничего не можем сказать. Да, совсем другим матом дома сказать. Сейчас шутит, конечно, совершенно иначе говорит. Да, это такие все. Поверьте мне, это роль, там это роль. А в жизни она совершенно нормальный человек, и умница, и хорошая жена. Была Максиму. Мама, так случилось. И очень хорошая мама, да. И, ну так случилось. Все разводятся и. Не все мы еще. Не все, да, мы еще пока живем. Но я имею в виду, люди разводятся, все, у всех это может случиться, к сожалению. Мы очень были огорчены, потому что она очень тепло к нам относилась. И мы даже в свадебное путешествие, я думаю, что мало кто может из родителей так рассказать. Они нас пригласили, нас и моего. И Людочку пригласили на свадебное путешествие, мы с ними вместе были, в Европу ездили на неделю. И такая потрясающая поездка, они все продумали, Бельгия, Голландия. Ну, так случилось, что делать. Платончика мы видим, и Ксюшу мы были, сейчас день рождения был, и мы не так часто, потому что мы сами очень заняты, такие бабушки с дедушкой. Да мы вообще не крайне редко, к сожалению, конечно. Огромные, они живут за городом, да. А у нас куча проблем, столько времени нельзя, нет возможности уделить. Хотя очень хочется, чтобы ребята были хорошо знакомы и знали о том, что они родные и близкие. И узнавали бабушку с дедушкой. Но они так общаются, Платончик с Этельчиком, мы приезжали вместе на день рождения, они общались замечательно. Спасибо. И завершающий вопрос на сегодня. Ну, Лариса, ну где вы были раньше? Лолита, тем более. У меня вот такой вопрос, Эммануил Гедеонович. 80 лет – это достаточно такой серьезный возраст. На протяжении всей жизни мы учимся каждый день чему-то новому, каждый раз приходим к каким-то новым истинам для себя. Мне вот пока 27, но все равно каждый раз что-то такое новое происходит. Вот к вашему возрасту есть ли что-то, что вы поняли то, что раньше не понимали, или вот стали более спокойными, или где-то наоборот стали по-другому относиться к людям? Вот что произошло? Да, вы правы абсолютно, потому что наступает тот возраст, как, он примерно, наверное, до 50 лет. Когда мы эмоциональны, когда мы отвечаем на тот или иной поступок по отношению к тебе тут же, не обдумывая его, посылаем туда же, в ту сторону. После 50, наверное, наступает замечательное время такой мудрости. Прежде чем ответить, ты обязательно подумаешь, что ответить, как сказать, обязательно. Это, я не знаю, это может быть автомат такой происходит автоматически, но это действительно так. Поэтому сегодня для меня этих проблем не существует. Я спокойно абсолютно на любой вопрос, который идет в мою сторону, и спрашивает меня, я с удовольствием выслушиваю, нравится мне это, не нравится. Я должен обязательно выслушать, не перебивать, потому что, ну, черти что происходит. Особенно на телевизоре сейчас смотришь, когда это, ну, просто один другому перебивает. Человек, слушающий, глядящий на экран, не понимает, о чем разговор. Поэтому для меня особенно важно это спокойно выслушать и спокойно ответить. Поменьше эмоций, побольше головных дел и спокойствия. А с эмоциями потом разберешься сам дома. Вот, поэтому говорить о каждом из ребят, мне, я даже не знаю, видите, такое количество замечательных людей я встретил в этой жизни и продолжаю встречать, что мне даже как-то неудобно говорить, называть какие-то имена, потому что я обязательно кого-то пропущу в этом рассказе.
Поэтому, пожалуйста, знайте, что они есть обязательно, обязательно. И именно поэтому, благодаря им, я существую так, как я существую. Конечно же. Знаете, мы хотим поблагодарить. Еще будут вопросы? Да, еще два. А еще такой вопрос. Вы стали отцом уже ближе к 80, были тогда, когда вам было 30. И как бы я только слышала, что с возрастом мир воспитания меняется. Во-первых, время уже другое, нервишки уже другие. Как бы, когда там раньше за какую-то шалость наругать, сейчас можешь сказать «да». Нормально. Чем отличается воспитание, допустим, если вы взять вот вашего сына Максима, там, и я, вашей девочки да, сейчас? Да, безусловно. Вот я был очень занят, крайне занят. Я почти в этом возрасте ребенка, имею в виду Максима, да, крайне редко видел. По 3 спектакля, по 3 фильма в год, по 20 спектаклей на сцене. Я мотался как угорелый. В месяц, 20. Ну, в месяц, да, конечно. Как угорелый, просто. Поэтому я такое количество, которое надо было бы видеть ребенка, я этого не имел. Сегодня я готов сидеть с утра до ночи. Пусть они спят, неважно, только быть рядом с ними. Поэтому боюсь, что... И там, конечно... Да ничего я больше не хочу, только они. И там, конечно, Аллочка занималась Максимом. Да, конечно, да. Вот Аллочка, она совершенно уникальна. Это чудо. Ох, как мне несет просто. Это чудо просто, действительно, она по всем параметрам чудесный человек, чудесный. И мама, и дочь, и жена потрясающая, и подруга потрясающая. Поэтому ее уход был жуткой трагедией, ужасной. Тем более, что до этого она меня спасла, у меня был рак. И она меня вытащила, она изучила насчет этого рака больше, чем врачи, по-моему, а сама не смогла. Поэтому ее уход был просто катастрофический, после которого я хотел уйти. Это было действительно так, и я поэтому говорю без всякого сожаления там. Я хотел тоже уйти, потому что для меня казалось, что эти 30 лет, прошедшие вместе с Аллочкой, не имеют продолжения вообще просто, для дыхания даже. Но как же я через энное количество времени понял, как же я не прав. Как же я не прав. Я не имею права распоряжаться своей собственной жизнью. Этим распоряжается кто-то другой. Вот этот другой сказал, не спеши, не спеши. И прошло вот 2 года, как мы с Иришкой. Иришка, то есть мы сейчас уже 18 лет, а тогда пришло. 19. Хорошо, 19. И то, что этот подарок вернул меня опять, и я имею с вами возможность разговаривать, это благодаря Ирише. Это она меня действительно вернула в жизнь. Действительно, это так. А то, что она еще к тому же и подарила мне 2 таких девочек, шикарно просто. Это вообще праздник навсегда. Мои дорогие, мы, конечно же, вам желаем всего самого наилучшего. Еще вопрос вы хотели? А, я вам хотела отдельно задать, ничего страшного. Пожалуйста. Поэтому я думаю, что мы уже, да, вы уже подустали. А можно мы музыкально закончим, да? А музыкально будет? Да, музыкально. А что вы будете? Саша, там последняя, да? Любовь, успех и верные друзья. Для нас специально написанная тоже песня. Хорошо. Да, можно, пожалуйста, нас слышат? Да, конечно, нас слышат, сейчас включат, я тогда вам не мешаю, и на этом нет, будет очень хорошо. Спасибо огромнейшее. Вообще, хотела вас поблагодарить.